чуть с розовюшечкой, угу, все вскрыть. Угу. Потом чуть-чуть подотрешь, угу, то, что ты вскрыла, угу, и разбелом, там возьмешь кадмий красный, угу, разбелом кадмия войдешь. Потом с желтинкой, угу, еще довойдешь. Угу. Потом начинаем тряпкой набирать основные пятна. Угу. Угу. Тряпкой намокаем. Ну это понятно, да. Вот. Мне важно вот этот вот цвет понять. Да, кадмик красный цвет. А выдавишь он там есть. Красненький. Можно сначала румяно, тем более, угу, что там есть для румяного места. Румяненько сначала. Угу. А потом высветляя. Можно менять место тряпочки. Угу. Высветляя. Плотно. Светлые партии, угу, любят плотность. Нагнетаем. Потом плюс желтиночка. И все сбудется. Хорошо? Угу. Давай. Вот в такую меру их светлость. Можно причем сначала даже вот это положить. Угу. Желтым. Раздавлено. Угу. А мы не будем сначала деревья делать, а потом это класть? Нет, а как мы потом положим? Деревья заслоняют, и это очень удобно будет, угу, сверху на это. А так никак. Вот, хорошо. Обязательно заметить вот этот мотив. Краснота дальника в районе солнца. Вот они, деревца, вот они. Здесь прям поднимается сюда гора. Ну, поднимешь. Угу. Вот они. Угу. Деревца. Вот она, вода, угу, с отражением. Есть такое, да? Угу. Расширение. Смотри, как сразу содержание начало, ну, формироваться. Уже глубина прям сразу. Вот эту синечку обязательно сюда пригнать. Не разжижай. Да это сначала. Угу. Синечку. Это синечка берега вот эта. Угу. Вот они. Угу. И потом белизны с легкой теплотой. Угу. И раздавлены. Угу. А здесь, а здесь как-то идет отсюда. Да.
угу. плотно и раздавлено. Угу. Вот эта плотность должна внятно заслонить дальник. Вот этот. Угу. То есть плотненькая красочка. То есть угу. раздавленная плотная красочка. Прям будешь брать крупные вот такие замесы и упаковывай, только доразмешивай, хорошо? Угу. Да? Ну это да, это мы потом уже когда сделаем вот так вот. Макательно. Ну таким темным? Ну да. Бордовым? Краснятельно. Возле света, угу. источника света, ты видишь, там посветлее. Там красно. Красно. А здесь более такой, угу. более сиреневый какой-то, да? Угу. Я бы даже чуть-чуть, может быть, приподнял бы какое-нибудь деревце. Угу. Ой. Без этого тумана. Да, ты думаешь? И мне кажется, надо прям поярче вот тут вот прям вот эту вот красоту солнечную. Повыше. Угу. Ну, чтобы она все-таки пригорком стала. Да то у меня нечаянно вот здесь пригорок получился. Ага, хорошо. Да? Слишком белый-белый. Слишком белый. Мне казалось, что нужно свет светлее, чем угу. этот снег. Смотри, вот я сейчас съел эту белизну, угу. и свет стал снова светом. Да, а так ты его угу. погубила. Ой, я много чего погубила. Так, тени здесь у нас. Причем в этом направлении. Да, вот эта жесткость. Это да. Смотри, как она. Да. Я ее пыталась вот тут вот поймать. Смотри, ты видишь, свет другой. Смотри, как к этому теплому угу. хорошо примыкает угу. холодный. Даже спорить не надо. В отличие от них. Ну, мне кажется, все чуть поярче сделать, нет? Класс.
Значит, а вот здесь давай вот своим волшебным пальчиком камешки положи, пожалуйста. Какие камушки? Там здесь ни к чему камушки. Здесь какая-то коряга лежит, а вот камушки... Не-не-не, только не камушки. Камушки. Ничего не знаю, в камушках не знаю. Там они, по-моему, совершенно неуместны. Озерыч. Так, смотри, свет все больше от этого усиливается. Сейчас свет надо положить розовый еще. Сейчас. Так, а мне же еще сейчас надо будет двери поставить. Понимаешь? Ну да. И жести, жести куда-то. Жести. Не белый. Не белый, розовый, конечно, вот здесь вот прямо. Так, вот куда мы это все в ту сторону, да? В разные. А, и да, да. Потом вот так. Смотри, смотри. Ты видишь? Угу. Следочки, да, вот этих полосочек. Угу. То есть сначала напустили, 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 а потом, если надо, еще и прорезали. Ну и стволики. Стволики надо учить? Да нет. Пальцами. Не добрала темноты очень. А вот как-то да, вот. Мне кажется, надо еще вот здесь темнее сделать, да, вот эти вот. Угу. Mm-hmm.
Боялась сильно так махать, думаю, не листья. Смотри, я оставил окошечки, угу. Да? Угу. Я забивал, а окошечки оставил, ну, окошечки. Чтобы к черноте этих, угу, стволов, чтобы эта чернота не была, угу, такая агрессивная. Вот. Ну, а потом немножечко вот этого добра. Вот этого. Понятно. Сверху снежок. Заинистое такое, да? Да. Угу. Так. Берется. Что ты хотел еще пару кустиков подсунуть? Ну, вот здесь травочку. Угу. Здесь очень мелко, я боюсь просто испортить. Вот так лучше. Сейчас. Ну, вот такие полупризраки, да? Да. А здесь не надо добавить еще? Нет, не надо. Нормально там все.
Так, а здесь уже мы ничего не добавляем. Да, да. Все, хватит уже. Все, давай. Колючее, да. Мне тоже нравится.